Нет загранпаспорта – это еще не повод сидеть дома. Интересных маршрутов огромное количество, ведь по гражданскому паспорту россияне могут посетить целых 6 стран. Вот три самых интересных и безопасных из них. Белоруссия. Два полных дня можно интересно провести, гуляя по Минску, откуда каждый, кто родился в 1980-е, приезжает со словами: «Знаешь, это как путешествие в места моего детства». Неподалеку от столицы есть три прекрасно сохранившихся замка. Несвижский в городе Несвиж и Мирский в поселке Мир расположены близко друг к другу. Немного в стороне находится Лидский замок-крепость 14 века. В Гомеле у границы с Россией обязательно стоит увидеть парки, церковь и дворцы 18 века на живописном берегу реки Сож, которые все вместе называются Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Интересно будет увидеть знаменитую Брестскую крепость, которую героически обороняли наши солдаты во время Великой Отечественной. Красный кирпич ее стены башен по-прежнему хранит тысячи пулевых отверстий. Самый знаменитый заповедник Беларуси – Беловежская пуща. Здешние леса сохранились в первозданном виде еще со времен первобытных людей. На пешей или велоэкскурсии можно увидеть красивые озера, величественные вековые деревья, благородных зубров. А после экскурсии можно расслабиться в бане старинной дворянской усадьбы. Абхазия. Начиная с июня и до конца сентября, Абхазия станет отличной альтернативой пляжному отдыху в Сочи или Крыму. Главная достопримечательность страны находится в Сухуми и Новом Афоне. В столице стоит сходить в ботанический сад, постепенно восстанавливающийся после войны, посмотреть на руины замка Багратта с красивым каменным мостом. В Новом Афоне нужно обязательно побывать в Новоафонском монастыре и местной карстовой пещере с 11 подземными залами. Поездка в Абхазию будет неполной без посещения озера Рица в одноименном заповеднике. Здесь же можно сходить на пешие прогулки по живописным окрестностям. Пляжи в Абхазии хороши, и людей на них пока немного, хотя с каждым годом туристов становится все больше. Большинство пляжей покрыты крупной или мелкой галькой. Названия знаменитых курортов Гагр, Пицунда и Гудаута говорят сами за себя. Казахстан. Южная столица Казахстана – Алматы или Алма-Ата. Интересный город, хоть с короткой историей. Стоит увидеть 56-метровый Вознесенский собор, любоваться городскими фонтанами и подняться по канатной дороге на гору Куктобе, откуда открывается чудесный вид на город. В 170 километрах от Алматы можно увидеть несколько тысяч уникальных доисторических наскальных рисунков – тамгалы, внесенных во всемирное наследие ЮНЕСКО. Астана за полтора десятка лет превратилась в процветающий мегаполис с современными небоскребами, парками и мегамолами. Здесь обязательно надо прогуляться по нарядному бульвару Нуржол, увидеть символ города, памятник Байтерек и посетить этномемориальный комплекс Атамакен, где на масштабной карте Казахстана собраны все достопримечательности страны в миниатюре. Тем, кто предпочитает городам природу, стоит побывать на озере Балхаш, отправиться в поход в Алтайские горы или съездить в каньон Чарын, который ничуть не уступает красотой знаменитым скалам Аризоны в США. Еще в Казахстане можно своими глазами увидеть запуск ракеты в космос. Многие турфирмы предлагают туры на Байконур. Нужно лишь подгадать поездку к следующему запуску. Если вам понравилось видео, нажимайте «Мне нравится». Подписывайтесь на канал «Видео Фантазии», чтобы быть всегда в курсе происходящего на канале и получать информацию о новых видео. Оставляйте свои комментарии и предложения. Видео публикуется каждый понедельник.